все началось с идеи, естественно, идеи провести фестиваль вот в такого масштаба, как он был когда-то. То есть все сделать точно так же. Баста, мы изъягаем часто, чисто маста, черно-белые контрасты, завариваем крепко, пойло терпко, не сахарин, дабы сохранить реальный вкус того, что творим. Было прислано очень много заявок, больше сотни, наверное. Делаем там, где еще лед не тем, ловим металлы делами, шлифуя фразы, в массы впиваемся, жалим укуса массы. Я деньги отдаю не кому-то, я отдаю это в наш хип-хоп, резкий. Вот, я не жду никакого поощрения от этого, потому что я знаю, этого не будет. Выполняем с помощью битов и басов, приправляем острее, чем специями и скорее, чтобы сеньориты и брачо были на пределе. Только вот так, чуть-чуть чистый товар, на западе есть место, где готовят такой отвар. Хочу, чтобы пришли люди, пришли, посмотрели, увидели, что это тоже какая-то жизнь все-таки, это культура, этим можно жить. Все четко.